Внешний экспорт зерна из республики вырос в 10 раз. В общей сложности за первые полгода 2018-го Башкортостан отгрузил на внешние рынки 190 тысяч тонн зерновых культур. В прошлом году за рубеж отправили только 19 тысяч тонн. Рост экспорта зерна республиканского производства мы объясняем двумя важными причинами. Во-первых, это рекордный урожай зерновых культур в прошлом году, как в Российской Федерации, так и Республике Башкортостан, который повлек за собой перепроизводство зерна и падение рыночных цен на него на 20-30% в зависимости от культуры. Вторая важная причина – это целенаправленная работа на увеличение экспорта. Более того, мы ожидаем, что эти цифры будут расти и дальше. По данным Министерства сельского хозяйства республики, спросом пользуются пшеница, ячмень и гречиха. География поставок от Европы и Азии до Африки. Бельгия, Латвия, Турция, Иран, Египет, Бангладеш и другие. Зерно в основном возят из нашего региона по железной дороге. Для этих целей сегодня в республике работают 14 операторов. Они используют специализированные зерновозы. Напомню, власти региона на поддержку аграриев региона выделят дополнительно около 1 миллиарда рублей. Средства поступят из республиканского бюджета уже в этом году. Об этом сообщил глава Башкортостана Рустем Хамитов в День поля 2018, который прошел в Кармаскалинском районе.